Друзья, лучший Китай ВК, ставьте лайки, подписывайтесь. И у нас сегодня вот такая вот ситуация. Значит, копия, да, iPhone 6. Вот. И столкнулся я с такой проблемой. То есть, когда вы заходите, вот, есть иконочка App Store. То есть, это не Play Market. Так, сейчас. Как-то очень долго думает, вот такое вот меню, поиск вообще не работает. Непонятно зачем он, то есть такое, только можно там Skype скачать, Opera, какие-то такие программы, то есть вообще очень знаменитые, то есть хотел сказать, вот. И я хочу, видите, ничего не грузится вообще абсолютно. Но это неправильно. Вот, и я хочу вам просто сказать, что можно скачать Play Market, если его нету. Тут просто запилен под прошивку типа Play Market, но это не он. Не такой, как он должен быть. Вот. Ссылочку я оставлю, где его можно скачать. И что нам нужно сделать? Конечно же, включить в настройках Bluetooth. И теперь на компьютере мы отсылаем. Идет принятие файла. Нажимаем кнопку принять. И загрузочка у нас все-таки пошла. Google Play Market, написана версия 5.1.11. Multi Android APK. Не знаю, в принципе, как оно будет, но я думаю, все будет хорошо. Первый раз с такой проблемой, конечно, сталкиваюсь. Вот. Ну, а так нормально. Просто видите, вот, допустим, я захожу в Асфальт 8. И смотрите, что мне выдает. У вас нету зарегистрированной версии. Ну, учетной записи, в смысле. Зарегистрируйте и повторите попытку. Ну, как я зарегаюсь, если у меня тупо Play Market это не установлено? Здесь вообще непонятно, как оно сделано. Типа написано входить через Apple ID. Я вписал, короче, тупо этот логин от Play Market и зашло. Ну, короче, какой-то Play Market, но он вообще не такой. Он как-то криво поставленный. Ждем окончания загрузочки. Так, друзья, значит, скачался наш Play Market. Давайте его установим. Вот написано Google Play Market. И нажимаем кнопочку. Так, я думаю, вот так вот видно будет, да? Нажимаем кнопочку далее. Далее. Установить. Идет сама загрузка. Приложение. Написано установлено. Нажимаем кнопку открыть. Все, друзья, есть у нас Play Market. Нажимаем существующий и вводите свои данные. Вот так вот все просто. Все, друзья, ввел я мой логин и пароль, и как видите, у нас все отлично. То есть вот заходим в игры и без проблем скачиваем все, что нам нужно. Вот. Допустим, мне нужно, ну, я не знаю, давайте вот это побег из тюрьмы установить. В принципе, все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем пока!